Здравствуйте, с вами Адиль Рымбек, студент Казахского национального университета имени Аль-Фараби. 13 февраля празднуется Всемирный день радио. Накануне этой даты мы решили поговорить о роли радио в жизни общества с людьми, в жизни которых это средство массовой информации играет заметную роль. Сегодня мы стремимся к достижению справедливого, основанного на правах, равноправного и инклюзивного мира. Для этого нужно работать вместе для продвижения устойчивого и инклюзивного экономического роста, социального развития и защиты окружающей среды ко всеобщей выгоде, включая женщин, детей, молодежь и будущее поколение. Задача наших бесед – определить, как радио помогает в достижении целей устойчивого развития, как оно влияет на жизнь общества в целом и конкретного человека в частности. То радио меня провожало, в принципе, с моего дня рождения. Я все-таки родился еще в прошлом веке. Радио нам всегда дарило радость, знания и, конечно, новости и удовольствие. Каким целям устойчивого развития сейчас стоит уделить наибольшее внимание? Цели 17 все важные, но для меня, с моей точки зрения, самое важное цель 17, чтобы все работали вместе для достижения, успешного достижения выполнения всех целей устойчивого развития. Какие компетенции необходимы для профессионального радио? Начинается с голоса. Голос должен быть приятным, потому что люди не видят человека, и цвет голоса, он тоже очень много говорит, значит, другое, если читаете новости, другое, если читаете сказку, другое, если с кем-то общаетесь. Ну и, конечно, радиожурналист, он должен иметь еще один дар или быть одаренным в плане того, что он, в принципе, опять дарит человеку, или он посредником того, что человеку дарит определенные ощущения чего-то. Да? Значит, должен уметь это все делать. Когда мы говорим о радио, конечно, радио играет в моей собственной жизни огромную жизнь, потому что я слушаю радио. А я слушаю теперь уже и подкасты. Если раньше только это был FM-эфир, то теперь к этому добавились мобильные технологии. И я слушаю и вижу с помощью мобильного телефона радиостанции. Это новости, связанные с нашей страной. Это новости нашего региона Центральной Азии. Это вопросы развития. И, к сожалению, вот сейчас не так много радиостанций предлагают вопросы, связанные с изменением климата, с ролью, которую играют женщины, с то, что мы называем журналистика развития, да, очень мало этого. Но мы надеемся, что с помощью Казахского национального университета мы сможем как-то поменять эту ситуацию. Во-первых, нужно сказать, что этот день был провозглашен 13 февраля, потому что в этот день создано радио ООН в 1946 году. И сейчас 71-я годовщина создания первого радио ООН. В свое время на 36-й генеральной конференции ЮНЕСКО страны-члены по предложению Испании предложили отмечать этот день. И генеральная конференция после одобрение со стороны исполнительного совета ЮНЕСКО и определенного исследования, которое было проведено в пользу такого решения, провозгласили этот день. Вы знаете, мне кажется, как и многие вещи, которые связаны с информационным пространством, с коммуникациями, радио находится сегодня в поиске своего места в жизни. В 21 веке роль радио, конечно, меняется. Теперь радио должно конкурировать с интернетом, должно конкурировать с телевидением, должно конкурировировать с информацией, которая переходит по мобильным гаджетам. И, в принципе, сейчас радио заполняет наше пространство, обычно наше информационное, наше пространство, развлекательное пространство на пути на работу и с работы домой. То есть это в основном в машинах, это в основном, скажем, когда мы находимся на отдыхе.
И мне кажется, в этом отношении радио выполняет сейчас вот две функции. Первая, конечно, информационная. Она обеспечивает нам информацию, особенно такую мобильную информацию, в связи с особенной природой радио, как по каждодневной жизни и привязанной к каждой локальной общине, к локальной местности. И второе, развлекательное. Конечно, она помогает нам как заполнить наше пространство для того, чтобы мы приобщились к культуре, культуре кино, культуре, вернее, культуре музыки, культуре развлечений, культуре, скажем, общения между людьми. Роль радио в моей жизни вообще основополагающая, потому что вся моя деятельность как действующего журналиста начиналась именно на радио. Я вообще считаю, что каждый журналист должен в своей жизни пройти школу радио, потому что только в этом средстве массовой информации оттачивается чувство стиля, чувство языка, чувство речи вообще человека, да, и владение всеми необходимыми навыками, о которых мы вообще сегодня говорим, которые необходимы журналисты, они формируются, на мой взгляд, именно на радио. Вот после радио уже можно работать где угодно. Так случилось и в моей жизни, то есть весь мой такой большой опыт практикующего журналиста связан, конечно, с радио, за что я безмерно благодарна молодежной редакции Казахского радио, где и начинался мой творческий путь. Сегодня в мире, ведь видите, конкурируют не люди, конкурируют навыки, конкурирует уровень образования и уровень тех умений, которыми обладает тот или иной человек. Как сказал наш президент в проекте «Интеллектуальная нация» 2020, он сказал, конкурентоспособность страны определяется уровнем образованности ее населения. Поэтому, если мы хотим войти в 30 наиболее развитых стран мира, каждый человек должен работать над повышением своего образовательного уровня. Поэтому я считаю, что самое главное, одна из, может быть, приоритетных целей, это, конечно, высокое качество образования. К сожалению, радио сегодня сфокусировалось на развлекательной функции, даже к моему сожалению, потому что все-таки первостепенная роль радио – это информационная. Вот я бы очень хотела, чтобы люди, которые видят себя в радиоэфире, прежде всего были грамотны в информационном отношении, а уж голос, дикцию мы всегда поставим. Интервью записано в телестудии Казахского национального университета имени Аль-Фараби.